Привет, друзья! Вы на канале Лепка Хоррор Шоу, и с вами я, Хоррор Мейкер. Если ты еще не подписан на мой канал, не бойся. Жми на красную кнопочку и три раза в неделю слушай мои захватывающие лепка истории. Недавно я лепил клоуна Твисти из сериала «Американская история ужасов». Ссылочку на ролик я оставлю в описании к этому видео. А сегодня я хочу слепить еще один яркий персонаж из этого сериала. Это актриса цирка уродов Пеппер. Пеппер не главная героиня, а второстепенный персонаж. Но уж слишком он колоритный для того, чтобы не обратить на него внимания. Ну и как водится, чтобы вы не скучали, пока я леплю Пеппер, я расскажу вам что-нибудь интересное. Пеппер появляется во втором сезоне сериала «Американская история ужасов» как одна из пациентов психиатрической лечебницы Брайерклифф. Ее поместила в лечебницу собственная сестра после того, как подставила Пеппер, обвинив ее в убийстве, которое та не совершала. До того, как произошли все эти трагические события, Пеппер участвовала в шоу уродцев вместе со своим другом, который так же, как и Пеппер, страдал микроцефалией. Пеппер – человек, страдающий микроцефалией. Микроцефалия – это значительное уменьшение размеров черепа и, соответственно, головного мозга при нормальных размерах других частей тела. В сериале Пеппер довольно безобидная героиня, но внешность ее настолько характерна, что представить ее другой довольно проблематично. Однако на самом деле эту роль исполняет Наоми Гроссман, актриса весьма привлекательной наружности. До того, как она попала в сериал, Наоми снималась только в короткометражных фильмах, поэтому не была знакомой широкой аудитории. Этой роли актриса была безмерно рада и не верила своему счастью, когда узнала, что будет играть в знаменитом сериале. Когда она поняла, что за персонаж ей достался, ее радость нисколько не померкла. Это была та самая характерная, многогранная роль, о которой она мечтала. Когда Пеппер впервые появилась в телесериале, было почти невозможно угадать, кто именно исполняет эту роль. Актрисе пришлось остричь волосы, и каждый раз перед съемками на протяжении 2 или даже 3 часов накладывать грим. Из гримерной на съемочную площадку ее доставляли под темной тканью, чтобы никто посторонний не смог рассмотреть ее персонаж. Даже родным актриса не имела права ничего рассказывать. Наоми не может забыть тот день, когда предстала перед своим отцом во время разговора в скайпе в образе Пеппер. Отец был до смерти напуган. Наоми Гроссман в роли Пеппер стала первой актрисой, которая воплотила персонажа в 2 разных сезонах. После знакомства с ранней историей Пеппер, зритель словно забыл о ее внешнем уродстве. Перед ними предстала добрая, красивая душой женщина. Это Наоми считает своей большой заслугой и смыслом творчества.
Интересно, что у образа Пеппер есть реальный прототип. Это Шлицци Сёртис, который прославился после участия в фильме «Уродцы», вышедшем в 1932 году. Шлицци, так же как и Пеппер, страдал микроцефалией. Считается, что его развитие остановилось на уровне 3-4 лет. Хотя в отдельных ситуациях он проявлял себя как очень смышленый парень. Он часто участвовал в различных шоу, на которых его наряжали в детские платьица и повязывали на голову бантик. Ну что, друзья, пока я развлекал вас интересными историями, я почти что вылепил образ Пеппер. И как вы уже поняли, сегодня моя история не была страшной и ужасной, потому что персонаж Пеппер при всей своей внешней некрасивости предстает перед нами человеком с доброй душой. Но я надеюсь, вы все же сегодня не скучали. Как вам Пеппер? Похоже. Пишите свои комментарии и пожелания, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Лепка Хоррор Шоу. С вами был Хоррор Мейкер. До встречи. Пока-пока.